7 ноября на главной площади областной столицы пройдет парад памяти 2024. Что значит данное событие для региона и в целом для всей страны? Парад памяти стал народным проектом. Он объединил разные возрастные социальные группы, разные политические партии движения, разные общественные организации, разные промышленные предприятия, образовательные учреждения. Потому что, ну, на самом деле память, она для всех нас важна. Какие мероприятия запланированы в рамках подготовки к параду? Парад памяти – это не только про то, когда маршируют, а это в первую очередь про погружение в историю, про знание этой истории. И в разных форматах все возраста могут проявить себя. Кто из почетных гостей посетит праздник в этом году? Парадные расчеты привозят 16 регионов 16. Российской Федерации. Парадные расчеты. Но в целом почетные гости и участники едут с 89 регионов России. Рассказывает исполнительный директор регионального отделения Российского военно-исторического общества в Самарской области, начальник штаба по подготовке и проведению международного патриотического проекта «Парад памяти» Инна Жичкина. Смотрите программу «Город С» в 18.15 на телеканале «Самара ГИС».